Так, ну, привет. Мы с вами в центральной точке, в принципе, туристов. Сзади меня парламент, слева от меня колесо обозрения, Темза. И сейчас мы с вами пройдем через дорогу и дойдем до колеса обозрения. Вот здесь вот, сейчас мы перейдем этот мост, Вестминстер. Вот здесь вот, видите, вот это красивое здание, это гостиница Мариот. Вон гостиница Парк Плаза вдалеке. Так. Сейчас с движением надо тут разобраться, а то тут половина перекрыта, половина открыта. Так. Переходим, пока нас не задавит. Вот, смотрите, у нас есть вот такой вот сервис. Видите, вот на таких колесах вечером ребята возят туристов. Вот так выглядит. Значит, мы с вами сейчас выходим на Саутбанк набережную. Вот, справа от меня лондонский аквариум. Вечером вы его, наверное, помните в моих ночных съемках. Он меняет, это здание меняет подсветку. Там внутри находится развлекательный центр, соответственно, сам аквариум. И, значит, вон впереди лондонский глаз аттракцион. С другой стороны, видите, вот там у нас, значит, это мост Вестминстер, Биг Бен, правительственное здание, потом жилой комплекс Уайтхолл, Министерство обороны, Скотланд-Ярд на той стороне, вот в этом, ну, прямо напротив нас. Здесь же, видите, причал, но это не для туристов причал, это, так сказать, рабочие судна пристают при необходимости. Вон с той стороны для туристов причал. Вот это вот, значит, здание лондонского аквариума. Видите, вот там очень, я была там много лет назад, правда, там очень большие аквариумы. И вот действительно, на самом деле, прям стоите вот так вот на это все дело, вот так вот прям смотрите, а они прям перед вами летают. Вот. Значит, ну вот. Вот это вход. О, hello. All right, no problem, thank you. Снимать нельзя. Ну вот примерно вы поняли, какая обстановка там внутри. Вот. Уличное кафе. Вот мы с вами подходим к легендарному аттракциону «Лондонский глаз». Дорого. Глаз работает. Вчера я в 10 вечера здесь сделала съемку. Он только-только закончил работу, и выходили последние туристы. Я была много лет назад тоже. Честно скажу, днем, ну, как сказать, не то, что необычно, но один раз посмотреть можно. Ночью нет. Вот легендарный аттракцион. The London Dungeon. Подземелье Лондона называется. Тоже там была. Ну, я вам хочу сказать, конечно, ха-ха-ха. Потому что то на вас с потолка руки мертвецов скидываются, знаешь, пытаются вас собрать. То вы идете в какой-то страшной темноте вообще по паутине, там средневековые камеры. How much cost the ticket, please? 30 pounds. 30 pounds.
And three hours. 1 hour. 30 pound. Is the same attraction which went on the London Tower? No, it's different. Is it different? Uh-huh. Okay, right, thank you. Why? Значит, смотрите, ну вот готовьтесь к тому, что будет вот, вот так вот. Видите, черепа, трупы свисают в железных клетках. Так, готовьтесь к тому, что, да, на вас будут там пауки всякие падать. Ну, в общем, средние, как сказать, средневековые издевательства, вот эти пытки, знаете, вот камеры тюремные. В общем, все, вот вся эта прелесть там. Так, значит, вот продолжается аквариум. На самом деле, да-да-да, аквариум вот такой вот здоровенный. И вот это вот здание, вот оно все, вот оно, видите, оно идет там вообще... От начала моста. Вон. Все это все аквариум. Короче, тут 150, значит, вариаций всунуто внутрь. Вот, лондонский глаз. А, ну вот, про этот подземелье-то. Билет стоит 30 фунтов. 1 час на человека. Вот, за 30 фунтов можно предаться ужасу. Вот, лондонский глаз. Смотрите, катайтесь. Ну, может, будет, так сказать, интересно. Мне было интересно только один раз днем. А потом как-то один раз я там была под вечер. Не совсем ночью, под вечер, может, темнело. Я вам хочу сказать, мне не понравилось. А билет будет стоить тоже в пределах фунтов 35. Я вам скажу честно, я нет. Я больше не буду платить. Это не тот кайф за такие деньги. Смотрите, вот зато сейчас что хорошо, видите, нет людей. Вообще здесь очередь в 5 кругов. Здесь надо стоять в очереди несколько часов, чтобы попасть покататься.